В ближайшие выходные днем всего до минус 15. Наверняка такая новость порадует любителей лыж, сноубордов и коньков. Ночью, конечно, холоднее. До 23 ниже 0. Но синоптики обещают, возможен снег и будет пасмурно. В понедельник днем после ночного снегопада распогодится. Днем всего минус 9. Во вторник днем еще теплее, минус 6 и минус 11 ночью. Зато республику накроет многоярусная система облаков. В среду тепло и днем, и ночью. А вот с четверга начнет холодать. В темное время суток до минус 30. Холодный атмосферный фронт принесет снег и усиление мороза. В пятницу минус 15 днем, ночью минус 22. Зато следующие выходные обещают быть по-настоящему теплыми.